трудное положение попали водители Омского трамвайного депо. Сегодня их заставили сдать экзамены по ПДД и экстренно притормозить. Профессиональное мастерство участников посмотрел Николай Евенко. Участники конкурса – это лучшие водители с лучшим послужным списком. Сегодня их уже протестировали на знание правил дорожного движения и технического оснащения трамвая. Сейчас они приступают к практике. Практическая часть конкурса – это 4 испытания. Неэффектные со стороны, но эффективные в реальных условиях. Соблюсти скоростной режим, отрепетировать остановку и экстренно притормозить – то, что нужно для победы. Алексей Пугачев вот уже 20 лет выходит на линию и не видит в конкурсе сложностей. По сути, это наша работа. Мы здесь ничего особенного такого не делаем, чтобы не было напрямую связано с нашей профессией. Это просто вроде спорта в нашем деле. Показать себя с профессиональной точки зрения не на линии, а среди своих, в одинаковых условиях. 10 водителей, в биографии которых нет ни одного ДТП. Чтобы управлять трамваем, нужно разбираться и в электричестве, и в механике. Поэтому, когда после нескольких экстренных остановок вагон закипает, его реанимируют за несколько минут. Победа в конкурсе, по мнению судей, показатель профессионального мастерства. Если побеждают, значит, это стимул к дальнейшей работе. Это престиж работы водителя трамвая. Поэтому я считаю, что такие конкурсы нужно проводить ежегодно, выдвигать молодых водителей, чтобы они повышали свой уровень. Призовой фонд конкурса 20 тысяч рублей участники разделят в зависимости от места. Главным поощрением станет повышение профессионального разряда и зарплаты соответственно. Николай Евенко, Андрей Соколов, Антенна 7.